Всем привет! Отвечаем на вопрос Дмитрия. Дмитрий спрашивает, подскажите, нужно ли использовать метод tag keyword, нужно ли прописывать ключевые слова, и некоторые авторитетные SEO-шники утверждают, что вообще нужно удалять оттуда ключевые слова, если они уже прописаны. Что думаете? Что я думаю? Метод tag keyword действительно сейчас не используется ни одним из основных поисковиков, по крайней мере, в России. И то есть ни Яндекс, ни Google не используют данные оттуда, и поэтому нет смысла его заполнять. Насчет того, что удалять оттуда ключевые слова, смысла этого особого нет никакого. То есть так как просто туда никто не смотрит, то и делать что-то с этим содержимым этого метатега нет никакого смысла. То есть если у вас уже прописаны какие-то ключевые слова, то пусть они уже и будут прописаны. Единственное, когда я бы рекомендовал все-таки их оттуда удалить, и пусть он лучше будет пустой, этот keyword, когда у вас содержимое этого метатега одинаковое на всех страницах. То есть вот в этом смысле нет особых доказательств, что это может помешать и помочь там поисковику при прочих равных склеить там какие-то страницы. Ну, допустим, на страницах и так уже есть предпосылки к их признанию их дублями. То есть там тексты там одинаковые, там заголовки одинаковые, что-то еще. И, ну, есть мнение, что вот еще и одинаковый keywords в этом случае может учесться. Но по факту особых доказательств этому нет, экспериментов никаких нет. Но в этом случае, действительно, если мы видим одинаковый keywords на всем сайте, мы на всякий случай все равно рекомендуем удалять его, чистить его. Ну, благо, это очень простое действие, программисту там два клика сделать. Вот. Во всех остальных случаях, если он на каждой странице автоматом формируется, он уникален, то вообще без разницы, пусть он живет себе своей жизнью, он вам абсолютно никак не мешает. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях к этому видео и к другим видео, и приходите на мастер-класс, ссылка в описании. Пока!